привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Драконы. Всадники Олуха». Ну что, 28 день, и мы с тобой забираем 2 золотых янтаря. Так, отлично. Закрываем. У нас с тобой, кстати, сегодня недопройденное испытание, поэтому надо будет допройти обязательно. Так, что у нас тут? Громоль. Получил уровень, верно? Так, забираем с тобой ресурсы. Окей, здесь тоже все приберем. И знаешь, что надо сделать нам? Посмотреть бесплатно пак. Ну-ка, может быть, что-нибудь хорошее нам выпадет. Кто его знает. Ну давай, бонусы мы здесь получили. Так, крылатый ужас, громобой, экзотический шепот смерти. Оу, кружка необычная. Так, смотри, сколько ресурсов нам надавали. Мне нравится. Так, и с вашего позволения я еще посмотрю один пак. Монеты Одина, 9 штучек. Окей. А здесь нам выпадает с тобой просто ресурсы. Никакого дракончика не выпало, к сожалению. Ладно, я припомню им. Так, давай-ка мы с тобой заберем здесь блестящий янтарь. И не хватает, да? Жаль. Кстати, пока не забыл, давай-ка посмотрим, что у нас тут у фурии. Вот здесь, да, друзья мои? Точно. Вот здесь вот надо было забирать руны. А я этого не делал. Я просто забыл. Я знаю, что где-то должны были давать. Хорошо, что вы мне подсказали. Спасибо вам большое за это. Ну что, фурия, надо тебя отправлять на поиски. Ух ты, едкокрыл. Ну, опять же, шанс маленький будет. Ладно, пускай летит, ищет. Так, мы с тобой отправим нашего легендарного дракона тоже на поиски. Нифига себе, он нам принес жетон плюс 95 тусклого янтаря. Так, зеленая смерть, ищи. Блин, как же ему в этой лаве, а, нравится. Ага, мы с тобой построили домик. Уже доступно. Рыбацкая хижина, уровень 3 и лесопилка. Тоже 3 уровень. То есть, подожди, я могу улучшить, что ли, получается? Точно. А сколько нужно чего? Ё-просто. 9 миллионов древесины. Вы издеваетесь надо мной? Блин, ребята, чтобы нам вот святилище Валки открыть, нам нужен любой дракон 51 уровня. То есть нам нужно с тобой стремиться именно к этому. Так, ну что у нас тут Беззубик принес? Давай глянем. Ага, ракушку. И ничего тут хорошего больше нету. Так, пускай он пока стоит на месте, ждет. Мы с тобой вот этих дракончиков наших, наверное, отпустим в путешествие. Или подожди секунду. Погоди-ка. Так. Ну, здесь мы с тобой, ну, понятное дело. Руны, конечно же. Давай сделаем с тобой огромную яму. Бесплатно. Так, сборы. Ну, давай тоже бесплатно. Пускай летит. Ну, а вы что мне тут принесли? Ничегошеньки. Ладно, пускай летят. Все, мы их отправили. Так, у нас есть еще с тобой обычный пак, давай откроем. Посмотрим, что нам выпадет из него. Шепот смерти, престиголов. И все, ну что-то вообще, ребята, всего лишь 2 вида дракончика там дали. Слабенько. Так, ты чего тут прохлаждаешься? А ну-ка быстро за древесиной лети. Мне нужна древесина, друзья мои. И я тебе скажу, очень много нужно ее. Поэтому всех отправляем на поиски дерева. Древоруб, ты что тут сидишь? Угу, так, этот у нас принес рыбу. Погоди-ка секунду. А если мы с тобой получаем хижину 3 уровня, значит, нам где-то можно все это дело прокачать, верно? Так, тут максимальный уровень, я смотрю. А где у нас еще с тобой есть хижины? Вот. А, ну да, ребята. 9 миллионов, да, нужно? А лесоруб. Вот. Вот. Лесоруб, ребята, лесопилочку мы с вами. Опа! В плане. Отозвать дракона. Ну давай отзовем. Вот так, ребята, быстро тратится у нас рыба. И сколько? 2 дня будет делаться, ты представляешь? Вот это вот улучшение.
Я в шоке, если честно. Я просто в шоке. Слушай, а мы не можем больше с тобой, да, здесь ничего сделать? Да, только лишь после того, как улучшим зал совета до 10 уровня. Только после этого мы сможем дальше с тобой что-то продолжать. Я понял. Так, забираем с тобой здесь награды ежедневные. Так, что у нас тут? А, 50 яхнога. Давай-ка мы, наверное, с тобой, знаешь, что сделаем? Обороночку. Быстренько, да? Пусть Олух пока дает нам отпор благодаря драконам. Но как только у нас появятся свои драконы, Олуху конец. Пора в налет. Неужели так сложно раздобыть чешуйку ночной фурии и ее пламя? Ну, видимо, твои солдаты слишком слабы против нас. Ничего они не могут сделать. Так, фурия, давай тебя возьмем и... Слушай, а фурию я не могу взять, ребят, она на задании. Сделаем вот так вот и вот так. Ну что, к бою? Попробуем сейчас с тобой отбиться. В принципе, ну, мне кажется, тут есть шанс. Сюда мы отправим с тобой беззубика. Вот сюда вот. Да, мне кажется, будет самое то. Туда вот есть ли смысл отправлять, я не знаю, ребят. Сейчас посмотрим. Если беззубик быстренько справится, то... Отлично. Тогда отправляем сюда. И сюда. Так, эти лодки мелкие давай уничтожим с тобой. Чтобы не мешались нам. Так, и вот эту вот лодку надо подбить. И отправим с тобой в плане. А, не хватает энергии. Понял. Блин, вот почему вы бомбите-то? Что-то я не могу понять. А что такой ничтожный урон? Вот эти вот вы не можете, что ли, бомбануть? Или в чем проблема? Интересно. Как ни крути, но мы с тобой ключик потеряем. Тут, скорее всего, даже два ключа, скорее всего. Ну, посмотрим. Как же они слабенькие, ребята, а? Именно по атаке. Только беззубик очень хорошо бомбит. Как ты видишь, у него по атаке 342. У остальных 22, 15, 14. Это вообще ни о чем. Нет, все-таки два ключа у нас останется. И это хорошо, ребят. Все. Бомбанули мы, короче, этого чудика, который на нас все время бычит. Так, и два ключа. Ну, соответственно, здесь ничего хорошего нам не сулит. Ну, давай возьмем вот этот сундук и, например, вот этот. Ага, шестеренки. Лучше бы, конечно, мне бы руны выпали. Астрид, мне нравится, как ты разносишь корабли Элвина в щепки. Так легко, так грациозно и так пугающе. О, Икинг, ты умеешь заставить девушку почувствовать себя особенной. Ну еще бы. Что у нас с тобой по обмену? Давай посмотрим. Здесь, естественно, нам ничего не светит. Тут. Слушай, нам осталось совсем немножко. Смотри. Блин, где вот эти колокольчики взять? Короче, одно мясо, да? Четыре лопатки. Четыре лопатки, получается 5 четок. Вот флагов очень много нужно. Надо как-то заняться вплотную этими флажками. Так, здесь у нас... Слушай, ну тоже, в принципе, скоро мы можем получить с тобой древоруба-дикаря. Если вот эти вот гребешки получим. Рыбу, я думаю, нам принесет наш легендарный дракон Зеленая Тень, да? Какая зеленая тень, о чем я, елки-палки? Зеленая смерть. Уже все, ребята, в ПВЗ вернулся. Ну и сломанный меч. Это все, в принципе, ерунда. И здесь тоже, в принципе, если у нас будет выпадать вот эта вот штука, да? Часто какой-то капкан, то мы тоже с тобой можем получить хакату. Тоже эксклюзивный. Ну а здесь, ребята, вообще, в принципе... А, так мы уже можем его получить. Костолом эксклюзивный. Давай получать его. Вот какой он, ребята, красавец. Спасен дракон костолом. Слушай, ну он выглядит покруче, чем мой обычный. Так, я его могу разместить только сюда, что ли? Ну ладно, пускай стоит. Смотри, как он выглядит. Покормить его можно. И отправить учиться. Смотри, как он выглядит классно. Ну-ка, где... Где наш старый костолом, а? Почему-то наш вот этот просто сидит. А нет, вот он вроде взлетел, да? Ну-ка.
Но он как-то выглядит так, немножко как-то нелепенько. А этот? Или просто этот маленький у нас? Не пойму. Так, если я его отправлю учиться, 24 минуты, да, будет он на обучалке. Окей, где у меня беззубик? Для беззубика есть, друзья мои, работа. Так, а ты можешь что-нибудь еще обменять? Вот. Нам нужно с тобой мясо. Обменяем. Нам нужен гребень. Обменяем. Да я думаю, что это тоже. За ресурсы, ребята, это милое дело, обменивать все. Так, теперь давай посмотрим. Легендарный, да? Нам нужен вот этот дракон. Выберите новый обмен. Сладкая смерть, защитник. Ага, ё-моё, 456 шестеренок. Офигеть. Сладкая смерть, защитник. Подожди, но мне не это надо. Мне нужно кое-что другое. Так, смотри. Флажки вот эти вот. Давай, наверное, отправим с тобой на пляж. Пускай он летит. Возьмем, наверное, 57 рун потратим, да? На 4 сумки. Пускай летит. Заберем с тобой здесь награды. Так, ну что, давай глянем по событиям. Смотри. Это что у нас? Тусклый янтарь, да? А награды будут доступны через 5 дней. Ох ты, смотри, по-моему, новое испытание, ребята. Происшествие. Драконьи ясли. Хе-хе. Ну, мы с тобой вот это начали попробуем, да, все-таки? Да пройти, нам осталось... Да, вот... Одного дракона здесь подбить, которого... Я не смог одолеть. Может быть, поменять... Состав? Как ты думаешь? Убрать, например... Блин, уже поздно. Уже поздно что-то менять. Все, ребята, началась, короче, битва у нас. И самое обидное, что у нас нету ни груши. Мы можем, конечно, все это дело получить. Начну-ка я, наверное, с шепота смерти. Сколько стоит, интересно, ребята, если... Ой-ё, как дорого-то. Блин, сейчас что-то будет. Трындец, вот бесит меня, когда у нас понижают атаку. Ненавижу это. Так, что он там... Смотри, что творит, а? Так, этого уничтожили. Хорошо. Блин, ну, я не знаю. Сделаем с тобой так. И... Начнем. Блин, а он сейчас, ребята, будет лупашить. Ой-ой-ой, по-моему, кого-то мы потеряем сейчас с тобой. Почти, почти, ребята, потеряли. И отражения-то у нас с тобой нету. Обидно. Надо вот этого дракона, мне кажется, менять. Тут, значит, кто у нас? Красный, синий. А там, по-моему, в конце будут на второй волне зеленые, да, драконы? По-моему, будет именно так. Если я сделаю вот таким вот образом. Давай, бомби, пожалуйста, сардельку. Неплохо. Я тебе скажу, даже очень хорошо. Так, бомбани еще разок. Да что ты делаешь, а? Изверг. Смотрим, да, ребята, здесь... А, фиол. Надо будет посмотреть, кто у нас хорош против фиола. Может быть, вот так вот нам лучше сделать. Бомбите, пожалуйста, сардельку. Отлично. Так, ты тоже давай бомби по сардельке. Как ты молодец, красавчик. Слушай, в принципе, неплохо все они делают. Давайте, наверное, так сделаем опять. Если они будут именно сардельку бомбить, то, возможно, ребята, мы здесь выиграем. Ты что делаешь, Ирод? Бомби сюда. Да, блин, вы достали уже, а? Уничтожаем. Значит так. Оу. Да, блин, ты промахнулся опять. Ну что? Сейчас будут бомбить, наверное, сюда все-таки, да? Хотят убить. Жаль. Жаль, друзья мои. Ну что же, я потерплю, я подожду. Пускай они атакуют. Давай,
Убей сам себя. Почти получилось. На. Ай, друзья мои. Да что ж ты так мало сам себе урона-то наносишь, а? Отражение кончилось. Отражение закончилось, ребята. И мне его еще не видать. Раз, два. Сейчас что-то влупит. Опа. А вот это нам повезло, ребята. Вот смотри, вот с какого перепуга он опять делает, блин, ход, а? Скажи вот мне на милость, два раза он сходил. Ушлепок. Ну все, тут мы проиграли. Вот только лишь из-за того, что он ходит два раза подряд. Достал уже. Так, короче, фиолетовый. Надо искать, что против фиолетовых идет. Давай приценимся. Против фиолетовых зеленые очень хорошо идут. О как. Хорошо, зеленые у нас с тобой есть. Это... Ветрокрыл. В принципе, ребят, мы можем, наверное, сделать вот так вот. И кто еще тут есть? Так, я могу тебе... А, нужно уровень, да? Понял. Шторморейза сказали протестить. Попросили меня. Слушай, а ты какой там... А, ты фиол. Ты фиол. Ты мне пока не годишься. Ну, я не знаю, может быть, Барса и Вепря убрать и поставить еще кого-нибудь? Например, древо... Не, древоруб слабенький. Всего лишь 8 уровень. Слушай, ну, давай попробуем вот такой вот командой поиграть. Я, конечно, понимаю, что нам бы хила побольше, чтобы отличиться. Кстати, громобой защитник, как думаешь? Красный, слабоват, наверное, будет, да? Ладно, у нас с тобой есть энергия. Давай попробуем вот таким вот составом. У нас еще нормально. То есть попытки есть. Если бы у меня хотя бы было пару, я не знаю, груш. Или хотя бы пару вот этих вот восстановлений энергии. Мне кажется, мы бы здесь быстрее бы разобрались с ними. И безболезненно. На. Так, сейчас будем мы, наверное, с шепота смерти, как обычно, начинать. Красный, вот только красный по зеленому будет наносить офигенный урон, да? Да. Так, что же нам сделать? Давай просто атакуем пока. Так, раз, два, сейчас сходят они. Блин, я боюсь, сейчас шепот смерти сделает ульту. Оу. Слушай, нет, он не стал делать ульту. И это классно. Так, убираем. Да в плане, блин, да какого лешего-то, блин. Взял и промахнулся просто вот. Ну, нормуль. Так, куда ты будешь бомбить? Вот они что делают, да, значит. Вот они что делают. Раз, два. Хорошо попал. Так, давай-ка мы их заморозим. Потому что там уже назревает супер удар, как ты видишь. Твою ж налево. Ладно, пытаемся. Что он будет делать? Ничего, да? Окей, мы с тобой залечим раны пока. Слушай, ну сейчас будет кому-то больно. Он сейчас будет делать супер атаку. 100% тебе говорю. Ну видишь, в кого только интересно. Слушай, это еще легко, ребята, мы отделались с вами. Красный по фиолетовым, ну, ты видишь, да? Не особо хороший урон наносит. Так, а он опять сейчас. Ага. Слушай, а может быть нам с тобой вот так пока сделать? Пока есть такая возможность. Да? Оп, твою же дивизию. Так, слушай, переходим с тобой на последнюю волну. В принципе, неплохо у нас тут все. Блин, с красного начать или... Фиолетовый по синим. Мастера, да? Понятно. Так, у нас с тобой пока, как ты видишь, усиленная атака. Вы достали тут уже буянить. Ну-ка, во. Пускай поспят. Слушай, вот это мне нравится. Так, что он там сейчас будет делать? Да ничегошеньки, вот и славно. А мы с тобой подлечим раны. Убьем. Вау.
Слушайте, друзья мои, по-моему, тут все вообще замечательно складывается. Так, фью... Ох ты, даже так. Даже так у нас получается. Раз, два. Так, что он сейчас будет делать? Кого бомбить? Плохо. Конечно, можно было бы отравление на него повесить. Или подожди, лучше мы ударим, наверное, с тобой и поставим... А что мы поставим с тобой? Атаку? Как вариант. Кого он будет Барсика все-таки бомбить, скорее всего, да, ребят? Он переключился на него. А мы с тобой вот так сделаем. Отхил и бомбим. Спокойненько с тобой этого душителя. Пускай он тут уже хоть что делает, ему все равно крышка. Убьет Барсика, конечно, жаль. Но ему тоже, друзья мои, не поздоровится. Фу, вот так вот делаются у нас дела, друзья мои. Конечно же, победа. Ну что, крутите колесо, говорят нам. Я обязательно крутану. Так, 2,5 миллиона рыбы. Следующий разок. Что здесь нам достанется? Опять, да? Опять рыба. 5 миллионов. Так, ну и самое главное, что мы забираем с тобой пак. Ого, ничего себе, сумели таки. То есть, ясное дело, сумели. Держите, вот, ни разу не краденое. Смотри-ка, содержит элитных. Вау. Шипорез, древоруб, ловорык, душитель и громорог-отпрыск. Хм, кривоклык. Слушай, прикольно. Так, друзья мои, а у нас еще с вами одно событие. Да-да, драконьи ясли. Я хочу посмотреть. У-у-у, слушай. По-моему, мы тут с тобой повеселимся. Мне сообщили, что охотники пытаются изловить юных драконов в святилище. Прошу, поспешить туда. Так, Икинг, я уже, в принципе, туда направляюсь. Давай-ка приступим потихонечку, да, с тобой? Слушай, ну здесь должно быть, по-моему, опять же, по две волны. Насколько я помню. Сейчас посмотрим. Да, по две волны, отлично, друзья мои. Так, и это у нас кто такой? Ты кто такой, парень? Ой, а что такой жирный? Фига он. Ого, какой жаробасик, а? Ты посмотри на него. Тугенько идет парень, очень тугенько, смотри-ка. На разборку не поддается. Ну что, давай. Можно было бы, конечно, его травануть. Но я хочу усилить... Слушай, а у меня состав-то здесь не поменялся. Блин, у меня здесь старый состав стоит. Давай вот так вот сделаем, пускай промахивается. А мы будем его потихоньку с тобой бомбить. Ну и что-то там задумался. Ага. Вот уж дудочки. Давай отравим его, а? Пускай потихоньку отравление на него действует. 114, да? Опа, ничего себе ты сделал, парнишка. Так дела не делаются. Хм. Пробили все-таки броню, да? Слушай, ну ему здесь не победить нас. Это я тебе точно говорю. Ну, как бы он тут ни старался. Ничего у него не выйдет. Ну, атаки он тоже нам не нанесет. Давай. Все, последний удар. Прекрасно. А, последняя волна у нас еще что-то. Ох ты. Водорез. Тоже, ребят, какой-то тут уж больно сильный. В плане по хпшкам. Давай посмотрим. У нас по фиолам, ну, зеленые должны хорошо наносить урон. Но почему-то я не вижу этого урона. Да, конечно. Ага, размечтался. Не тут-то было, парень. Ты слепой, ты ничего не видишь. Так, а вот сейчас он, по-моему, бомбанет. И то не попал. Ну, извини. Такова твоя судьба. Ну что, добиваем? Великолепно. Давай-ка крутанем с тобой колесико. Посмотрим. Вот. Отлично. Нам дали с тобой энергию. Так, а здесь нам что выпадет? Древесина. Хорошо, 50 с тобой рун сейчас заработаем.
Окей. Ну что, двигаемся с тобой тогда дальше. 50 рун. Слушай, ну это неплохо. Так, здесь мы подеремся, грубо говоря, только лишь ради того, чтобы крутануть колесо, потому что уже только на следующий бой у нас будет пак. Кто там у нас? Ага, пристеголовый, да? Слушай, да что ж они такие все жирные-то, а? Хорошо, что он здесь один, а было бы их двое, предположим, как бы тут с ними справляться. Так, ну что, давай очень медленно бомбим. Мне кажется, здесь надо брать всех зеленых драконов, да? И просто их усилять и бомбить. Потому что здесь фиолетовые, а зеленые как раз по ним наносят хороший урон. Ну, что ты там задумался? Ага. Обидно, наверное, было, да? Твою налево, мне тоже обидно. Потому что не попали. Ну-ка. Прекрасно. Все, ребята, промахнулся. Мы опять на него вешаем слепоту. И продолжаем потихонечку разбирать. Ну что ты там? Ага. Так, ну что, давай, наверное, я не знаю, вот так сделаем. А, это просто защита. Я думал, что мы будем с тобой атаковать сильнее. Нифига подобного. Ну что, пора его уничтожить. И вторая волна у нас будет. Кто здесь? Ага, шепот смерти. Как же он противно выглядит, а? Ты посмотри на него. Вот я таких, ребята, боюсь. Рыб. Это как глубоководные, да? Рыба, они такие же ужасные. А почему они ужасные? Из-за нехватки кислорода. Там у него очень мало, поэтому они такие вот мутантами становятся. Давай укусим. Так, слепота еще, по-моему, будет, да, ход действовать? Или нет, я вот не помню. Сейчас кончится. Все. А мы опять вешаем. Слушай, ну вот это имба, конечно. Но это при условии, что у тебя есть один дракончик. Да, в принципе, и когда два тоже. Он, по крайней мере, будет бить своего же напарничка. Ну, а у нас победа. Ну и что нам здесь достанется? Давай грушу. Вот, спасибо. А здесь, ну здесь можно уже, наверное, ресурсы, да? Древесину. Отлично. Так, переходим вот сюда. Ну я тебе и говорил, что это будет бесполезный бой. Вот только на следующем мы получаем с тобой пак. Слушай, дай-ка я, наверное, поменяю барсика. Если у нас тут зеленые рулят драконы, да? Мы с тобой тогда поставим зеленого дракона. И это будет, блин, а кто будет-то? Кто у нас зеленый такой, мощный самый? Честно говоря, я не вижу никого мощного. Вот так сардельк он стоит. Тут девятый уровень, тут тоже девятый. Шестой, десятый. Блин, ну у него атака слабая, ты понимаешь? У него слабая атака. Именно у Ветрокрыла. Так-то он дракон неплохой, но нету нам резона его брать. А так бы, да, конечно, фиолетовую, зеленую команду сделать. И все, и мы бы тут с тобой бомбили бы. Кстати, у этого дракона не так много здоровья. Ты посмотри, здесь намного быстрее мы его разберем. Так, ну что ты там будешь делать? Понятно, добиваем. Так, а здесь уже по два дракона. Начнем, наверное, с этого, с душителя. Смотри-ка, здесь тоже зеленый дракон. Хм. Я думал, что только фиолетовые будут. Ну-ка, давай вот так сделаем. И поможем. Сейчас он кому-то бомбанет. Ну, а душитель будет теперь за нас. Давай, атакуй своего дружка. Красавец. Так. Теперь вот сюда. Сейчас кому-то опять достанется. Наверное, вот так сделаем. Душитель, бомби. Ага, бомби. У него, ребята, нет, все нормально. Я уже думал, закончилось.
есть контакт, и это мы сейчас тоже с тобой разберем. Проще простого, ну согласись. Ну что, посмотрим. Рыба, рыба, да? Или нет, все-таки рыба. Я думал, сейчас три груши выпадет, и я тут буду радоваться, но фигушки там. А здесь... Давай вот этот пак. Вау. Слушай, вот это хорошо. И еще один пак здесь с тобой зарабатываем. Забираем. Так, призы на почте. Так, вот здесь вот, ребята, будет тяжеленький бой. Ну и награда соответствующая, да? Сколько там? 208 карточек. Поехали. 27% всего лишь выполнено. Ого. За сегодня мы не пройдем. Три волны уже? Эй, друзья мои, мы так не договаривались. Я-то думал, что будет постоянно две волны. Ага, фигушки. Хорошо, что они ватные. Есть в этом свой плюсик. Ну-ка. Так, он сейчас еще бомбанет. Слушай, знаешь, для чего нам здесь понадобится ветрокрыл? Я так подумал. Для хила. Угу. Так, кого бомбить? Наверное, вот этого. Так, сейчас два раза ходит он. Два раза. Так, а если мы... Вот так сделаем. Так. Я думаю, он добьет сейчас своего напарничка. В плане. Не добил. И самое обидное, что я здесь не могу подлечиться, подхилять себя, да? Вот в чем проблема-то вся. Так, слепота еще действует. Слепота еще действует. Я думаю, что мы его сейчас разберем. И последняя, да, третья волна. Смотрим, кто здесь. Ё-моё, тебя вот только здесь, блин, не хватало. Шторморез. О, промахнулся парень. Давай-ка вот так сделаем. Я не хочу, чтобы он тут применял свои супер-пупер удары. Молодец. Он еще и атаку повысил себе, представляешь? Окей, так, шторморез. Так вот сделаем с тобой. Бомби своего дружбана этого. Ого, вот это он влупляет. Ну что? Давай добьем его. Этот не так страшен. Раз. И два. Тоже было не очень сложно на самом деле. Крутим колесо и смотрим, что нам достанется. Опять рыба, ну чтоб тебе, а? Не чтоб грушу дать. Всю рыбой меня этой кормит. И опять, да? Ну спасибо, молодцы, елки-палки, что сказать. Окей. Так, сейчас будет серьезный бой. Поехали. После него мы получим с тобой неплохой пак. Но здесь нужно еще победить. Так, три волны, смотрим, ребята. Шепот смерти плюс злобный змеевик. Правильно, змеевик начинает бомбить именно красный, потому что у него усиленный урон идет. Так, шепот смерти, опять сейчас они, да, будут вдвоем разыгрывать. Вот это плохо. А ты кого? Этот всю свою планку держит. Не изменяет ей, да? Ну что, сделаем с тобой, наверное, вот так вот. Давай, давай, бомби. Смотри, что творит, а. Ты смотри, что он вытворяет. Сразу переключается на другого дракона. Так, опять сюда будет бомбить, да ведь? Достал он. Достал просто-напросто, друзья. В плане, блин, промахнулся. Ну, ты серьезно? Хорош, завязывай давай уже с этими промахами. Так, а вот здесь вот что будем делать? Ну, водореза, наверное, атаковать. Как всегда, блин. Как всегда, начинается, да? Поехали. Давай, дружбана своего. Кусай.
Мы поможем. Так, Барсик, только не подведи. Нормуль. Все хорошо. Так, у этого еще будет слепота действовать. Единственное, что он себя пробафал, да? Он себя пробафал. А мы сейчас опять на него повесим слепоту. Ну и разберем его, и все. А там, как говорится, и до третьей волны рукой подать. Ну что, добиваем? Ту-ту-ту. Ребятушки, тут надо, естественно, бить ветрокрыло в первую очередь. И желательно быстрее. Так, что он там сейчас? Понятно. Я не удивлен этому. Что он там сейчас? Ага. Так, атакуем. Мы сделаем с тобой, наверное, знаешь что? Вот так. Красный будет атаковать своего же напарничка. Нормуль. Прекрасный выбор. Так, что он там? Это все мелочи, ребят. Это все мелочи. Кусаем. Так, ну что, добьешь напарника-то своего? Красавчик. Одобряю. Так, мы на него вешаем, опять же, слепоту. Вот так. Все, ребята, он в наших руках. Никуда он отсюда уже не денется. Мы его будем разбирать. Даже если у нас не хватит энергии с тобой, мы все равно его уничтожим. А соответственно, получим пак. Ну и что ты там, что ты? Ой-ой-ой, промахнулся, да? Как тебе, наверное, обидно. Все, добиваем. Прекрасный бой, мне понравился. И что? Блин, древесина. Сейчас опять что-нибудь. Либо рыба, либо... Да, рыба, скорее всего. Один лямчик. Но самое главное, что все-таки мы забираем с тобой пак. Ах ты, елки-палки. Друзья мои, а у нас энергия закончилась. Вот что я тебе скажу. Мы не можем дальше продолжать бой. Шипорез, громель, шепот смерти и все. Да, придется нам пока завязать с испытаниями. Но у нас вот тут тоже есть награда. Рыба. Ну-ка, наборчик. Так, 9 монет Одина. И что у нас тут? Душитель, чудовище, древоруб. И пошли ресурсы. И у нас еще вот здесь с тобой пак. Давай-ка глянем. Необычный набор. О, сколько. Все на ресурсы, да? Ага, лаварык, но он у нас есть, так ведь? Лаварык у нас с тобой есть. Мы его можем отпустить. Да. Прекрасно. Здесь у нас остается только что древесина и рыбок. Подожди к секунду, а что-то мы можем с тобой ведь прокачать. Помнишь, нам не хватало? Здесь. Слушай, или же мы можем с тобой вот здесь мост построить. Давай, наверное, мост. М? 4 дня будет лепиться этот мост. Да. Ну, а что поделаешь, ребята, пускай делается. Так, древесину забираем с тобой здесь. И награды. Яконок. Тут тоже у нас яконок. Не все, что ли? Ладно. А, подожди-ка, подожди-ка. Тут у нас еженедельные. 20 урон, отлично. Используйте так, дневную фурию для защиты олуха. 50 яконога получим. Ну что, друзья мои, у нас остается лишь аренушка с вами, да? Будем играть или нет? Я думаю, что будем. Я думаю, что ты хочешь посмотреть, как у нас тут с тобой пройдут дела. Соляночка, опять же. Обожаю. Обожаю соляночку и супчик, да? И бои. Слушай, ну здесь ничего страшного нету, только вот душитель. Я думаю, сейчас мы с ним, наверное, разберемся в первую очередь. С этим душителем. Да ё-моё, ну Барсик, ну ты же 13 уровня, какого перепуга ты промахиваешься? Слушай, ребят, дело пахнет керосином. По-моему, Барсика хотят истребить.
Так, шторморез. Надо будет, кстати, взять и протестить нам с тобой шторморез, потому что ребятушки попросили. Так, ну что, дальше. Ой-ой-ой, кому-то крышка. Я даже думаю, Барсику сейчас, да? Так и есть. Ну что же, тогда мы делаем с тобой следующее. Мы с тобой делаем следующее. Промахиваемся, как всегда. Давай. Раз такое дело, бомби своего дружка. Так, а этот будет выпендриваться, да? Вот это плохо. Это плохо, он мне понизил атаку. Ну давай еще разок по своему корешу. О, молодец. А этот сейчас сюда будет бомбить. Естественно. Так, мы опять с собой вешаем слепоту. Добил, красавчик. А этот пускай уже тратит свои суперудары впустую, грубо говоря. Да-да-да, конечно, ага. Так, отлично. Ну, ты понимаешь уже, да, что мы с тобой его разберем. Причем на изи. Он один здесь ничего не сделает. Тем более мы на него будем слепоту вешать постоянно. Постоянно он будет промахиваться. Ой-ой-ой, напугал тоже меня. На. Получи. Так, это последний его удар. Все, и мы его добиваем. Отличненько. Так, у нас с тобой одна ячейка там осталась. Какой пак нам дадут с тобой, а? Вот, уже хорошо, редкий. Ну что, смотри, здесь у нас два красных дракона и один синий. Надо начинать с красных и желательно вот с этого. Попробуем наказать как можно быстрее его. Хотя Хофер тоже мне не нравится. Тем более со своей массовой атакой беселой. Так, кого будет атаковать? Зеленого, да? Понятно. Так. Слушай, ребята, будет сейчас суперудар. Вот только от кого? Так, будет этот ходить. Значит, сделаем с тобой вот так. Добиваем. Сделай суперудар, пожалуйста. Ах ты. Живем. Пока, ребята, живем. Так, уничтожишь? В принципе, должен, ребята, он его подбить. Да почему он ходит-то сейчас, блин? Как он опередил? Ёлки-палки. Вот этого я боялся. Ты смотри, что он натворил, а. Ты посмотри, что он натворил, ребят. Убьют сардельку, да, сейчас, по-моему? Вот же он, гаденыш, а. Я боюсь, Барсик у меня не выдержит. Сейчас с разбега, да? Нет, не с разбега. Ну, если кританем, то нам повезло. Все, крышка. Проиграли мы. Да, немножко я, конечно, тут лопухнулся. Так, нам нужно с тобой отыграться по полной программе. Но здесь не тот случай, ребята. Скалотряс плюс кревет. Красные, 12 уровня. Ну, хорошо, посмотрим, что у нас из этого получится. Блин. Они начинают атаковать сардельку. И это понятное дело. Потому что красный наносит. А ты-то какого лешего лезешь, эй? Блин, сейчас уничтожат. Почти, ребят. Там на последнем издыхании у меня сарделька живет. Все, уничтожили, гаденыши. Так, ну что будем. Твою же налево, что будем делать? Наверное, вот так. Бомби там кого-нибудь. Отлично. Так, приступаем к разбору полетов. Вот что он творит, а? Так, давай своего куриша бомби. Молодец, красавчик. Сейчас мы с ним попробуем разобраться. Сейчас кого атаковать будет? Сильно бьет, очень сильно. Потому что усиленная атака, ребят. Так, вот слепоту вешаем. И, возможно, мы здесь с тобой еще поживем чуть-чуть. О, нам повезло. Нам крупно повезло, что он вот так вот сделал в пустоту. Он бы мог прибить.
любого из нас. Ну что, молодцы. Мы молодцы. Вот здесь вот мне понравился бой. У нас с тобой очередной бой. И, как ты видишь, здесь у нас соляночка. Соляночка. Ну вот тут вариант такой, ребят. Либо нам атаковать скалотряса, либо душители. Кого будем бомбить в первую очередь? Я думаю, наверное, все-таки душители. Поехали. Тут еще сарделька у них есть. Этот, понятное дело, будет атаковать именно сардельку. С этим ничего не поделаешь. Душитель кого будет бомбить? Понял. Пристиголова. А вот сарделька кого? Ясно. Ну что, добьем или нет? Не вышло. Сейчас они сходят вдвоем. Скорее всего, сардельку уничтожат. Что-то мне это уже знакомо, да? Естественно, подхалим. Естественно. Так. Ну что, сюда сделаем. Этот будет кого бомбить? Красных. Уничтожаем. Так, скалотряс, давай своего кореша бомби. Прекрасно. А мы будем помогать. Так, сейчас он сходит. И, скорее всего, мы сейчас его уничтожим. Давай суперудар. Е-е-е. Вот это великолепно. Он же под слепотой? Так точно. Он был под слепотой и дальше будет ослепленным. А мы в этот момент с тобой используем нашу атаку из-под тишка. Да? Каждый выживает, как умеет. Вот мы умеем с тобой выживать именно таким способом. Мы приспосабливаемся. Давай еще суперудар. Ой, как классно. Опять впустую. Замечательно. Ну что, пора с ним заканчивать, по-моему. Ну вот, еще одна победушка. Ну вот мы и заслужили с тобой первый пак вождя. Громобой, душитель, лаварык. Ох ты, змеевик и вострозуб. Слушай-ка, по-моему, кривоклык может прапаться. Или я ошибаюсь? Ну-ка глянем. Вау. Слушай-ка, 11-й разряд он получает, и это круто. А так особое умение прокачалось и уклонение чуть-чуть. Слушай, а он у нас в основном составе, так что я очень рад этому. Поехали дальше. Так, что у нас здесь будет? Вау, две зелени и синька. Хорошо. Давай посмотрим. Так, шипорез, да? Шипорез. Ну что, начнем с него тогда. Да ё-моё, ну... Ну ты понял, да? Я уже не знаю, ребят. Я уже не буду на это реагировать, по-моему. Это уже само собой разумеющееся, чтобы наши драконы, как всегда, промахивались. Так, сейчас сарделька, шипорез. Потом сходим мы. Потом костолом. Блин, вот этого дракона не трогайте, пожалуйста. Есть. Ой, сейчас будет супердар. И по кому же? Да я больше уверен, сейчас по кривоклыку. Но он выжил. Он выжил, друзья мои. И я вот так сделаю, чтобы его не добили. Чтобы его не добили. Красавчик. Так, ты тоже, пожалуйста, продолжай бомбить. Молодец. Одобряю. Так. Сейчас мы с тобой, если костолом уничтожим, то это будет круто. Давай, атакуй. Молодец. И ты тоже. Не стесняйся, ё-моё. Суперударом можешь даже. Не стал тратить, ты посмотри. Слушай-ка, подожди-ка секунду. Я, наверное, просто атакую сейчас. И поставлю вот так вот. Защиту. Теперь будем сардельку с тобой бомбить. Ой, дурачок, а. Ой, дурачок местного разлива. Все, ребята, добиваем. Ну что, неплохо начали. Надеюсь, так же и закончим. Друзья мои, а тут у нас, смотри-ка, опять же, знакомая комбинация, да? Костолом плюс кревет и хофер. Обычно такой команде мы проигрываем с тобой. Ну-ка, попробуем сейчас продержаться здесь как-нибудь. Кого ты будешь бомбить? Ага. Немножко странно, я думал, будет атаковать кривоклык. Да блин, они все на сардельку переключились.
это сулит нам проблемами. Ух-ху-ху-ху. Что же сделать? Так, добьешь? Блин, Барсик, ну, круто, круто. Шанс есть. Или нету? Нет, должен быть шанс. Так, кого бы нам тут с тобой... Кого бы нам с тобой здесь... Давай так, наверное, сделаем. И будем бомбить Хофера. Так, этот нам будет помогать. О, солидно. Хороший такой бонус, ребята. Сейчас мы его прижучим. Да ее просто, ну как так? А, вот, добьет он. Давай, добивай. Лучше быть не могло. Поехали теперь разбирать Костолома. Представляю, какая обида гложет его, да? Хочешь бомбить? А фигушки не получится, потому что ты ослеплен ненавистью. А мы тебе разбираем. Прекрасно. Ну а здесь, как мы видим, у нас, ох, елки-палки, Костолом 14 уровня. А не жирно ли это, а? 14 уровень. Ладно, попробуем продержаться. Так, сейчас он ходит. Потом, чья сарделька тут ходит, непонятно. Моя. Окей. Понятно все с ней. Вот его фиг, когда промахнется. Вот фиг, когда промахнется. Только моя мажет. По-моему, мы Барсика с тобой сейчас потеряем. О, еще и с разбега, да. 100% уничтожит. Ну и что ты там делаешь? Так, ну-ка, посмотрим. Сейчас будет сарделька ходить, да, потом. Нам вот так надо делать. Добиваем пристиголового. Это ты хорошо сделал. Будешь получать сейчас от своего же кореша. Так, что у нас тут? Просто атакуем. Просто атакуем. О, тоже начал промахиваться. Так, ты давай свою бомби. О, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за такую честь. Ну что, уничтожаем его. Так, Костоломчик. До него никак не доходит, что он слепой, понимаешь? Он не видит, кого такой. А мы-то прекрасно все это видим, да? Видим и контролируем. Вот что самое главное. Контролируем этот процесс. Мне нравится. Все, он, ребята, в наших лаптях, в наших рукавичках, в наших, я не знаю, там, шапках. Ну, давай что-нибудь такое. Вот, молодец. Но это, можно сказать, ребята, читерский баф, да, вот этот вот, слепота. То есть, когда он остается один, он промахивается, а когда их тут много, он атакует своих же. Это круто. Ну что, добиваем его. И, как ты понимаешь, очередная у нас победа. Так, это у нас с тобой последний поединок. И мы видим с тобой два громели. Так, одна сарделька 14 уровня. Слушай, нам, наверное, надо вот этого бомбить. Этот типок жесткий. Попробуем. Да, атака, конечно, у нас тут вообще ни о чем. Ну и что ты там прыгаешь? Что ты? Салабончик. Так, вот этот будет бомбить сильно. А этот будет метеориты, да, свои разбрасывать? Воу, нет. Как ни странно, он почему-то этого не стал делать. Они хотят все... Барсика, да, бомбануть. Так я понял. Или вы переключитесь на кого-то другого. Что ты будешь делать? Молодец, красавчик. Добить. Срочно нам нужно вот... Вот. Уже хорошо, ребята. Эй, Барсик, не погибай. Не хочу, чтобы он погиб. Слушай, у них энергия здесь. Понятно. Ну что же, вот так тогда сделаем с тобой. Пускай он работает на нас. Прекрасно. Чуть-чуть не хватило, да, чтобы уничтожить. Но я думаю, что это сделает сарделька. Уничтожит своего же
приятель. Ну а мы будем потихоньку разбирать его. Так, слепота. Ну и все. Как только, ребята, он остается один, а у нас два дракона, шансов у него на победу здесь и быть не может. Нам только остается лишь уничтожить его и забрать последний пак вождя. Ну все, все, ты даже не думай, Сарделька, ничего у тебя не получится здесь. Ты вроде бы думаешь, да, есть возможность, нет никакой возможности у тебя, просто нету. Добиваем, короче, потихоньку, потихоньку мы его уничтожаем. Все. Ну вот и пак вождя. Что же нам тут выпадет с тобой? Лаварык, шепот смерти, парящий прихвостень и кривоклык. Кстати, кривоклык у нас почему-то зачастил именно по выпаданию. А эти что стоят тут? Расслабляются, я не понял. В чем проблема? Кто вам давал тут время на отдых? Я не пойму. Прохлаждаются они мне здесь. Так, ну что у нас тут получается? Ничегошеньки, да? Здесь тоже все битком. Да, ребята, по-моему, можно спокойненько сегодня закругляться. Так, я и не протестил нашего дракона Штормика, да? О, прокачался уже. Слушай, нам нужно кого-то. Рыбы достаточно, да? А, древесины мало. Так, секунду, водорез. Вернись-ка, пожалуйста. Иди-ка ты лучше обучайся. Там еще местечко есть у нас? Есть. И отправим с тобой, наверное, Громельку. Сейчас покормим и отправим учиться. Все, ребят, надо потихоньку уже их обучать, как-никак. 30 якнога забираем. Ну и теперь уже действительно будем закругляться. Так что, ребятушки, увидимся в следующей серии. А на этом всем удачи, всем пока-пока.